Здравствуйте, дорогие зрители! Мама Даши буквально послала холостяка, рассказала всю правду о нем. А вы мне напишите в комментариях, правильно ли она сделала. Под Дашиным постом в Инстаграм о холостяке мама Даши вот что написала. Моя любимая дочечка посмотрела интервью с Максом и просто уже не выдержала. Думаю, имею право рассказать хоть немного правды о лучшем холостяке десятого сезона. Просто мне непонятно, как такой правильный, зрелый мужчина не мог найти смелости просто объясниться с девушкой, которая подарил кольцо на проекте. Почему не рассказать бы ему правду, а не вести себя очень правильно, но нечестно? Несколько точек. Я очень рада, что для тебя эта история. Я имею в виду Макс. Она имела в виду, что для тебя это все уже пройденная история. Она обращается так, к Максиму. Буквально посылает его. Как вы думаете, правильно ли написала мама или нет? Напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.